В спорткомплексе «Динамо» прошли веселые старты для детей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие 5 команд. Старты прошли в несколько этапов – перетягивание каната, дартс и отжимания. Организовал спортивное мероприятие реабилитационный центр детей-инвалидов «Алания» при поддержке Республиканского министерства труда и социального развития. Победителям и участникам вручили кубки, грамоты и специальные призы.